В обычной жизни Роман – учащийся 10 класса Слободской гимназии. Но как активный участник волонтерского движения, в свободное от учебы время он помогает желающим осваивать компьютер. Среди его учеников – люди как среднего, так и пенсионного возраста. Для начала это работа с текстом, затем первичные навыки, работа с интернетом и так далее. Те знания я стараюсь их закрепить. В группе 6 человек. Курс представляет собой 10 учебных занятий, рассчитан на 20 учебных часов в классе и самостоятельную работу дома. Для Венеры Ильиничны это уже 8-е занятие. Мечтала очень давно, но никак не решалась, потому что не понимала вообще ничего. Но сейчас хоть уже научилась. Включить уже умею, работать с окнами умею. Уже знаю, что такое панель инструментов. С интернетом как дела? С интернетом еще тяжеловато. После курсов Венера Ильинична намерена продолжить свое самообразование, а на приближающийся день рождения уже ждет в подарок обещанный родственниками ноутбук. Бесплатные курсы повышения компьютерной грамотности проводятся в Слободском многофункциональном центре в рамках проекта «Волонтеры информационного сообщества». Он реализуется на территории Кировской области уже 2 года. Курсы компьютерной грамотности появились по распоряжению губернатора Кировской области. У нас они реализуются с начала открытия территориального отдела, то есть на протяжении почти года. Это проект абсолютно бесплатный. В нем участвуют люди предпенсионного возраста, пенсионного возраста и те, у которых есть какие-то сложные жизненные ситуации. У нас идет предварительный набор по новому углубленному курсу «Консультанту плюс». Эти курсы будут длиться всего 3 рабочих дня. Чтобы стать слушателем бесплатных курсов в Слободском центре госуслуг «Мои документы», достаточно записаться по телефону 50982 или прийти в многофункциональный центр, который расположен на первом этаже здания администрации.